Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня у меня обзор на Зару. Не знаю, всю ли я захватила из новой коллекции, может что-то из старой, но меня Зара достаточно таки впечатлила, вдохновила. Очень много разных интересных моделей, выполнение разное интересное, ну в общем... Вдохновила меня Зара. Здесь в начале я представляю, я много говорить не буду, я просто представляю модельки, вы просто расслабьтесь и посмотрите, вдохновитесь точно так же, как и я. В начале представлены простые модельки, которые вот я разберу, вот этот вот, допустим, узор очень интересный, здесь комбинация разных узоров. В общем, все, что для меня показалось интересно, я сделала вот такую вот подборку. Обязательно буду что-то использовать. Вот этот вот шикарный джемпер, мне кажется, вот надо мне поковыряться с этим узором. Очень он мне понравился. Смотрите, как интересно оформлен рукав с пуговичками. Узор достаточно интересный. Вот. И внизу рукава с планками на пуговицы. И бока этого джемпера тоже с планками на пуговицы. Очень интересно. Вот. Далее тоже вот интересно, я думала, вот этот вот, вот эта модель, она интересна как для переделки, по моему мнению. То есть из большого мужского свитера можно сделать такой женский. Вот. Вот эта простейшая модель поперечным вязанием, смотрите, насколько интересно, просто, вообще шикарный, ну, как бы по горловине пришиты бусины большие. Казалось бы, так элементарно. Вот смотрите, насколько просто. От рукава к рукаву вяжется. Лицевой глади. Вот такие фактурные чуть-чуть ниточки. Такие интересные. Вот. И жемчужины по горловине. Шикарно, шикарно. Вот это тоже интересно. Это бы, конечно же, я бы не связала. Но молодежь есть молодежь. У них свое видение. Но тут, вы посмотрите, сейчас я покажу спереди, как интересно сделано. Тоже связано от рукава к рукаву, а передняя деталь связана отдельно. Две детали с запахом. Вот достаточно интересно, как идея. Ну, тут обычный оверсайз свитер, комбинация двух узоров, восьмерки на передней и задней половинке и какой-то фактурный узорчик на рукаве. Тоже, я так предполагаю, несложно. Я еще все эти фотографии... Посмотрю в увеличенном виде, посмотрю, как узоры там, покажу, конечно же, узоры какие. Вот эта вот модель, девчонки, вы знаете, мне здесь понравился элемент шарфа. Он по горловине пришит, а здесь вот этот воротник как бы завязывается, ну, в общем, как уже вашей душе угодно. И вот... Не успела сказать пока. Ну, вот в общем так, пришитый воротник. Здесь тоже воротник. Вся обычный джемпер. Это тоже как идея для переделки. Не вязать джемпер, а купить его, связать воротник в тон и украсить. Здесь простой узор. Этот воротник я обязательно разберу. Вот, и бусинами украшу. Здесь тоже как идея очень интересна, хотя... У меня впечатление такого бабушкиного свитера, но они его носят как бы кардиган задом наперед, и воланчики вот эти небольшие. Я бы его, конечно, одела в классическом варианте. Тут в этих джемперах два джемпера, оба черного цвета, и я так предполагаю, что это один и тот же, но они представлены на разных моделях. Я сначала думала, что это два. Ну, он один, оказывается, вот на второй модели. Я так понимаю, узор один, я уже приблизила один узор. Этот узор я разберу, вот эту вот сетку, она несложная. А вот эта вот вещь, я прям обалдела, очень круто. Но это, опять же, это идея для переделки, как купить свитер и при помощи кружавчиков сделать вот такую вот шикарную вещь. Ну и далее пошла красота. Красота – это жаккарды. Очень много жаккардов. Чем они меня удивили? Сложные такие, ну понятное дело, что это машинная вязка. Это все сложно, это все безумно красиво. Есть модели, с которыми можно поиграться и сотворить что-то подобное.
Вот, а есть, которыми просто можно вдохновиться. Вот такой сложный жаккард, его проще только там, как отделку чуть-чуть пускать. Вот такая вот моделька, смотрите, казалось бы, это не жаккард, это комбинация как бы разных цветов. Вот, вот эту модель исполнить попроще, чем жаккард, на мое мнение. Ну, как я вижу, здесь попроще. Просто узор и вот так комбинировать, как бы поменять цвета. Ну, тут просто посмеяться, поулыбаться, порадоваться, вдохновиться. Курочки, цветочки, клубнички, яблочки. Там еще моделей много с разными такими. Притом, вы знаете, их очень много в разных брендах. Вот какой-то тренд пошел именно на вот этих зверюшек. Фрукты, овощи, вот такие вот элементы, как бы неожиданные. Здесь звезды, сердца, вот комбинация, конечно, белый и черный, это топ всегда, это классика, это всегда красиво. Ну, это тоже невыполнимый жаккард, ну, просто вам для вдохновения. Вот такие вот сейчас дальше у меня жаккарды, которые вот в таком вот элементе, как бы чередовать полосы и куски жаккарда, вот так вот для исполнения для нас проще. Вот смотрите, вот казалось бы, да, вот такой вот шахматка и жилет. Интересно. Вот такие вот как бы сочетания цветов. Для нас, рукодельниц, проще повторить, проще в исполнении. Ну, а эффект, в принципе, ну, не тот же, конечно, не могу сказать, что тот же. Ну, вот, пожалуйста, комбинация двух цветов. Молния, вот молнию, кстати, я всю собираюсь, я ту манишку сделала, но там чуть другая молния. Вот этот вот мы, кстати, можем сделать, девчонки, чтобы нам что-то сделать интересное. Вот тоже вот интересно квадратами, и в центре квадрата сердечко из шишечек. Вот этот вот, сама модель интересная, тут поиграли с цветами, да, и жаккард несложный. Тут вот это вот можно как бы повторить и воспроизвести. Пряжа тут буклированная и несложный жаккард. И разные рукава создают свой эффект. Как бы свое они дают, хотя несложное в исполнении. Вот это, кстати, хочу обратить внимание. Обычная толстовка, ну, трикотажная, связанная толстовка и поверх, ну, как бы связанного полотна лицевой глади, вышивка. Что как на меня, то лучше уж связать и выше, чем ковыряться с жаккардом. Что-то как-то я его не совсем люблю. Тут тоже вариант, как бы эффект тот же, а жаккарда мало, да? Вот квадраты и просто там цветок. А на топике и вот на этих моделях вообще полоска и пришитый сверху крючком связанный цветок, что тоже можно сделать. Ну, а эффект, по сути, тот же. Здесь мне вот эта модель мне... Там дальше будет кардиганчик. Вот, и тоже таким же узором, это тоже вполне себе исполнимый, как бы реально, в реальности для нас узор, его можно, он наподобие того, который мы делали уже от Red Valentino. А тут у нас тоже идея для переделки старых свитеров, здесь просто элементы вырезаны и сшиты авиалаком на лицевую сторону, что тоже очень эффектно смотрится. Так, далее тут только вдохновляться. Красота. Жилет любимый наш со спущенным вот этим хорошо спущенным плечом. Ну и здесь только для вдохновения. Здесь скомбинированы техники. Здесь и жаккард. Ну тут видно машинная вязка и вышивка поверх жаккарда. Красиво, очень красиво. Вот тут тоже, конечно, кто же с ним будет играться. Тут только компьютерная вот эта вот расчеты, потому что в реале разве что ромашку вот эту аппликацию сделать. Ну, тут мы вдохновляемся. И далее уже пошли модели как бы для вдохновения. Понятное дело, что вот такие вот грибы никто не будет вывязывать и морочиться с ним. Я просто их как бы показываю, чтобы показать, вот какие сейчас элементы модные, не только в Заре, очень во многих как бы брендах используют вот такие вот цветочно-зверюшные и овощные принты. Вот смотрите, и клубники, и вишни, и все что угодно. Вот это вот, видите, и платьюшко, и топики, и жакетики, все у нас с жаккардом.
все комбинации цветов. Вот за этот я говорила. Тот, который был застежкой зелено-голубой. И этот розовый. Тут уже дары все. Просто вдохновляемся. Просто наслаждаемся и вдохновляемся. Просто можно использовать вот эти варианты, как одну полосочку вот такого, допустим, мелкого жаккарда пустить где-то как отделку. Конечно, весь свитер вязать, это не люблю я такое. Здесь бы использовать горловину, отделку горловины. Ну, в принципе, все, девчонки, быстренько, не хочу растягивать. На сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.